Так, сейчас мы находимся в финской крепости, которая 1748 года постройки. А для чего она нужна была? Тут стоял флот. В общем, зимовал. Ну и, соответственно, казарма с матросами. Все это, как положено. Укрепленные острова? Укрепленные острова для стратегической защиты данного региона. В крепости мы нашли очень красивый храм, и, кстати, этот храм проектировал тот же архитектор, что и наш собор в Ельце. Очень приятно было видеть здесь, в Финляндии, кусочек Ельца. Вообще, эта крепость, которую мы посетили, является музеем, но, несмотря на это, здесь живут обычные люди, и эта крепость является просто районом Хельсинки. Музей игрушек. Не принимают. Сейчас посмотрим, что там нам покажут. Думаешь, игрушки? Почему у них у всех рты открыты? Ну вот какие-то удивленные стоят все время. Рот открыли. Ну они типа эмоциональные. Типа в шоке. А то вам сгрустнулось в шляпе, в полосатом костюме. Котик, это моя мечта, ты посмотри. Три этажа кукольного домика. Какая? А, с этим, который стучит? Я там видела трехколесный велосипед, я теперь ищу куклу с ярко-красными щеками. Точно. Может, и есть тут. А смотри, тут есть это Аннабель, как, помнишь? Да. С большими глазами. Они тут, по-моему, все. Они все тут, да? Да. А вот это вот, посмотри, какая злостная. Мне кажется, она кого-нибудь хочет убить. Не, ну тут правда, как из ужастиков все. Я так не люблю кукол вообще, если честно. А вот это пивоварня местная. Сейчас будем тут что-нибудь обедать. А будем есть вот здесь. А свечки-то настоящие. На обед у нас куча закусок всяких. Тут колбаска, вот еще колбаска, огурцы с медом, рыбка, в общем, всякие паштетики, муссы, блинчики. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Креветки. Тебя тоже? Да, то же самое. Вот, креветочки. Рыбка отличная вообще. Да? Сейчас попробуем. А вот знаменитый хельсинский зоопарк. Вот он уже начинается. Мы приехали сюда на паромчике. Так. Вот там сзади кораблик стоит. Вот на нем мы приехали. Буквально 10 минут, и мы в зоопарке. The populations are rising. And then I think you should go to the these tropical houses also. Тигра потягивал. Киса. Киса на то. Ой, какой киса. Ой. Кися. А тут сидит Манул. Сейчас попробуем отыскать. Но вряд ли мы его отыщем, потому что день, солнышко светит, все спят. Вот мы сейчас прошли по всем кошкам, здесь вот кошачьи везде сидят, и увидели только тигра. И то он спал там, потянулся немного и опять уснул. Птичка просто посреди зоопарка сидит на гнезде. И никто ничего, потому что нельзя. Ходит павлины, например. Прям среди людей. Ну, главное, что клетки очень большие, не как у нас. То есть клетки не сидят животные там в двух метрах. Целые вольеры. Вольеры, да. И там внутри даже деревья, всякая растительность. Вот, например, у львов, у кого у тигров, да, там магнолии, что такое южные какие-то деревья растут. И специально для них, видимо, тут высаживают. 34 павлина гуляют по зоопарку. Просто гуляют. Никуда не ходят. Вон он с хвостом. Блин, какие они, посмотри, Ромка, посмотри. Маленькие гусятки, козярочные. Все-таки вывели. Такой пушистый хвост. Они козявочные и козярочные. Эти ямочки там раскапывают павлины, видите? И у них такая, типа, баночка. Такая земляная, песчаная. Да, чувак, ты в порядке. Ой, гунди называется. Это лапушки вообще.
Мангусты. Ты посмотри, какие они. Мангусты. Рики Тикитави. Это они, да? Ага. Это которые змей едят ядовитых. Какой кыс-кыс-кыс, ты посмотри. Маленькие глазки, они копают. Ром, посмотри, они настоящие. Да, дела свои делают. Симпатичные. Да, хорошие. Ты дома завела такого? Да, пожалуй. Его бы Степан разорвал. Да ну. Блин, какой хороший. Он бы сам Степан разорвал. Какие они классные. Ты посмотри, что тут они делают. Они как-то ищут что-то. Какие звездники. Побежал. Он чаечка. В принципе, на этом у нас сегодня программа почти окончена. То есть нам сейчас нужно будет где-то поесть. Может быть, какой-нибудь сувенирчик купим. И у нас свободное время по городу. Можно будет вечером погулять по Хельсинки. И потом уже мы отправляемся в следующий город, Эспоо. Ну, как-то так он называется.